последний день октября американцы отмечают Хэллоуин. Мы приехали в соседний городок, недалеко от нашего дома, в Ньюпорт-Ричи. Магазинчики, находящиеся в данной локации, устраивают праздник для детей, раздают конфеты. По местной традиции дети в этот день ходят по домам и спрашивают у жителей, сладость или гадость. Хозяева домов, в данном случае магазинов, тоже стараются нарядно одеться. Закупить как можно больше конфет и ожидать ребятишек в костюмах. Данил, возьми. Thank you. А что ты не будешь? Так, идем. Что ты, Данил, бери тоже. Что-то он стесняется, оказывается, не берет. Давай, can this one, okay? One by just one. Just one. Don't forget to say thank you. Ихтиандр, возьми. Так, Кенди, давай. Thank you. Трик-ор-тритинг, как традиция, появился в 1930-х годах, когда американские дети начали ходить по домам, предлагая выбор либо сладость, либо шалость. Это напоминание старой традиции, когда на Самайн люди оставляли угощения для духов, чтобы задобрить их. Сегодня это превратилось в масштабное развлечение, и каждый год более 40 миллионов детей в США отправляются за угощениями. Алекс, подойди, не бойся. Такое празднование привлекает туристов и превращает улицы в праздничное шествие. Если посмотреть на улицу, то не только дети, наряженные в праздничные костюмы, взрослые тоже приняли участие, нарядились, фотографировались и наслаждались праздничной атмосферой. Многие даже нарядили своих собачек в праздничные костюмы. Темнеет сейчас быстро, у нас конец октября, и скоро будут переводить время. И мы в атмосфере полной веселья, улыбок, чуть ближе познакомились с американскими традициями. Дети довольны охотой за конфетами. Возвращаемся домой.